Друзья, всем привет! Лето у нас уже почти в разгаре. Мы сегодня с Женей решили съездить на рыбалку. Женька? Привет! В общем, выехали из дома в 5 утра. Время 7:30. Мы еще даже полпути, наверное, не проехали. Ну как, проехали. Нам осталось 8 километров вот по такой чудесной дороге. Сейчас здесь, в этом месте, у нас у обоих поломка произошла. Женька там он застрял, оторвал тросик сцепления. У меня соскочила цепь, в общем. Там в кожухе собралась. Ну, не в кожухе. Да, в кожухе возле двигателя собралась. Гармошечки. Пойду сейчас чинить. Женя тоже будет чинить. Ну и поедем дальше. Не знаю, получится ли у нас туда проехать. Но мы, в общем, хотим. Дорога, ну, почти хорошая. В общем, как-то так. Что ты не знаешь, с какой стороны к нему подойти? Откуда открутить-то? Женька в костюме Шумахера, сразу сервисный центр. Ремонт, обслуживание, ТО. Я весь уже он уделался пока. Ну, здесь вот, говорю, метров 300-400 проехали, все. Приндец, все мягко, жижа, глина мягкая вся, как это... как пластилин. Ну и рейсеру здесь достается тоже. Вот так вот слетела цепь. Здесь постоянная проблема в этом месте, когда слетает, еще плюс провода на коробку рядышком. Ну, неприятно. Сделано как-то не до это, не доведено до ума. Вот, сейчас будем делать. Когда выкладывал обзор на этот мотоцикл, мне все говорили: вот, типа, у тебя там 1000-1300 на нем пробега, и столько уже проблем, все остальное, все это выявляется. Могу сказать так, ребята, вы заедете вот в эту дорогу, проедете по ней 10 километров, погазуйте, пошлифуйте, а потом посмотрите, что у вас начнет вылазить. А то все ездят по трассе, по дорожке, по асфальтированной. Вот у меня 10 тысяч пробежало, вот у меня 20 тысяч. Я понимаю, может он пробежать, но вот по такой... 20 тысяч, я его просто сдам в Торчермет, и все. Больше от него ничего не останется. Ну все, поломка вроде устранена. Надеюсь, больше неприятностей не будет. Женя тоже уже доделывает. Тросик заклепал, который у него ворвался. Забил гаечку старым русским способом на сцепление. И, в общем, прям дальше. Как сказать, даже не знаю. Но существует сомнение, что мы сегодня проедем. Женька пошел сейчас, будет заводить, пробовать. Ехать опять с сигаретой. Че ты предложишь, потолкать его? Да, конечно. Мы это толканем. Давай, погнал. Я тоже проехал. Спустились вон той горочки. Метров, наверное, может 300 проехали. И опять приехали в грязь. Женька застрял. Я проскочил здесь. Почти по бак, но проскочил. В общем, вон там. Сейчас будем пробовать, да? Дрынь-бынь-бынь. Аркашу надо сюда, Аркашу. Он говорит: а там грязно. Я говорю: ну не сильно, на неваляхе проскочу. Я говорю: почти проскочит. Ты чё же встал-то? Ну что, друзья, мы пришли на речку.
На мотоциклах маленько не доехали, пошли пешком. Ну, Женин чуть-чуть еще проехал, а мой еще километра 3 там. Да? Наверное, 3 проехали? Да. Может, 3-4, короче, проехали. Тоже его оставили. Ну, недолго. Вот речка, у нас такой ручей небольшой. Мы сегодня будем рыбачить на нем. Пошел дождь, сильный дождь такой. Не знаю, как буду снимать, скорее всего, поклевки заснять не получится. Но буду уже снимать просто периодические уловы. Ну и что-нибудь интересное все равно поснимаем. Сейчас делаем настрой. Как выглядит настрой, сейчас покажу. Это поплавок и мормышка, все. Больше здесь ничего не надо. Ну, я так рыбачу. Женя вон делает, получается, мормышку, туда мушку привязывает, потом еще третью привяжет. И будет третьей. И четвертую привяжет. Ну, так скажу, если рыба есть, там одной мормышки достаточно. Сейчас покажу удочку. Удочка у меня вот такая вот, 4-метровая, китайская обычная. Здесь кольца срезаны все, я самостоятельно их срезал. Купил вот такие вот маленькие тюльпанчики для спиннинга. Сейчас сфокусируется камера. Вот они. И примотал их на нитку, залил эпоксидной смолой. То есть у меня вот они вот такие вот. Для чего это сделано? То, чтобы по кустам ходить. И вот такие вот большие, ну, одно кольцо вот это большое оставил на конце, родное. А эти посрезал, чтобы ходить по кустам нормально, не цепляться, не путаться, ничего подобного. Леска 0,3. У меня леска игуана стоит 0,3. Так, поплавок. Вот такой вот маленький. С помойки. Да, с помойки. Форматовской. Это. Вот такой вот форматик купил. Поплавок небольшой. Грамма, наверное, 3. И вот такая вот уралочка. Сейчас зацепилась. Одной рукой неудобно все делать. Да елки-палки. Вот такая вот уралочка получается. Она желтенькая. И здесь у нее это. Как типа фосфор, наверное. Подсвечивается в темноте. Привязываю, просто вот узелки снизу привязал, и все, она у меня на лесочке болтается, ничего лишнего. Все, сейчас кушаем, перекусим и в путь дорогу пойдем рыбачить. Вот и первый небольшой хариус, Женька поймал. Отлично, прямо вот здесь возле моста, 1 минуту. Ну что, друзья, время 2 часа дня. Дождь продолжает идти. Мы полностью мокрые, как, я не знаю, тряпочки промоченные. Пришли к мотоциклу. Сейчас покушаем. И в путь дорогу в обратную. Опять у нас там конкретный оффроуд. Короче, будем месить грязь. Поедем домой. Поймали мы всего по 3 хорюска. Снимать не получалось, потому что шел дождь. Сейчас вам покажу. Вот. Женькиных там 3 хорюска. И я тоже поймал. Вон мой кайчик. Моих там 3 штучки. Ну что, Женька, понравилась тебе рыбалка? Да, сейчас понравится, домой поедем. Женька сегодня вообще в блатном костюме Михаила Шумахера. Говорит, не промокает и не продувает. И зимой, говорит, не замерзаешь. Ну как-то так. Ну все, друзья, на этом все. Мы кушаем и погнали домой. До скорых встреч. Всем пока. Обязательно увидимся. Доехал до Женькиного мотоцикла. Вот он стоит, брошенный. Здесь в кустиках он его загнал. Поставил. Замаскировал. По-военному. В общем, как-то так. Дорога. А дорога еще больше раскисла.
Колея вообще не держит. Вон она. Грязюка. Вот такая вот дорога. Приходится ехать по краю, не всегда получается. В основном приходится вот по колее ехать. У рейсера плюс огромный. Подножки высоко, лапка высоко. Ну и педаль, как бы, тормоза тоже высоко. Сегодня я ее, правда, загнул, уже выправлял. Обратно вот загибал ее двигателем. Она сегодня прям вывернулась в противоположную сторону. Ну ничего, металл мягкий, не сломалась. Ждем Женьку. Я его там оставил, потому что вдвоем там ехали по кое-каким местам. Все нормально, по такой уже тяжеловато. Я у него просто рюкзак забрал, сейчас с двумя рюкзаками выезжаю. Женька возвращается, идет, грязь месит в болотниках. Охренеть. Что? Тяжело, что ли? Да нет. Легко. Я тоже так думаю. Я преодолел лужу. Женя сейчас будет преодолевать. Ну, я проехал, а он так прокатывает. По краешку там старается. Зачах. Советский автопром тоже ездит. Так что нормально. Потихоньку с педально-ножными подпорами катит. Говорил я ему вот тут по краю, я вот здесь поднимаюсь, а он что-то туда в колею полез. Ну, решил подымется, значит, сейчас. Женька, по-моему, у тебя силы кончились и у него. Я говорю, по-моему, у тебя силы кончились и у него. Сейчас приду, помогу. Иду, иду.